Всем привет! Я в аэропорту Сингапур. Сейчас 4 часа утра, суббота. Да, суббота, 5 января. Я прилетел из Бангкока. И в 6 часов я сяду на метро или автобус и поеду в центр смотреть город. Побуду тут день-полтора и обратно в Таиланд. Еще покажу вам город Сингапур. Это аэропорт. Обычный такой, ну как сказать, обычный. Для меня уже привычный. Ничего сверхъестественного. Самолеты много задержали в Бангкоке, но прилетели все равно, а здесь небольшая. Все равно мне тут ждать, пока транспорт начнет ходить. Можно взять такси, но это дороговато выйдет. Я хотел так поэкономнее. Так что увидимся в Сингапуре в центре. Всем привет! А вот я и в Сингапуре. Видите? Этот замечательный отель. Различные небоскребы, сооружения. Тут кольцо обозрения. А вот там, если видно, фиолетовый такой сидит, кстати. Сады искусственные. И вот туда я сейчас иду. Так, сейчас экранчик включу. Экранчик я не включу, да? Как всегда. А, окей. Вот. Туда я сейчас пойду. Я еще с фотиком, так что что вот надо видеть. Или там ну что могу сказать про город. Город чистый. Хотя от аэропорта много строек идет. Потом сами сингапурцы похожи на китайцев, но все на английском полностью. Ни одного иероглифа вообще нигде не видел. Так что очень прикольно даже. Ай, блин, экран, что ты не подключаешься? Окей. Да-да-да, к тебе. О, экранчик может быть подключиться к камере. О, попробуйте. Фотик. Ладно, подойду поближе ко всему и запишу еще что-то. Вот к этому всему я поближе подошел. Хорошо видно. Я опять экран не вижу ничего. Ну и вот как город там дальше выглядит. И кольцо обозрения. Обещали дождь, но его нету. Отлично. И вот опять я. Так, пытаюсь на себе спокойно. Ой, нет, получается. Это все еще Сингапур. Теперь разворачиваем камеру. И что вот видим? Отель Мария Бэй. И вот эти странные постройки. А вы это смотрите, посмотрите на себя.
видео. А вот там высокое зрение. А там, я так понимаю, ботанический сад. Сингапур. Хороший вид. Сингапур. Сингапур Skyline. Большой сад с кактусами. Есть очень большие кактусы. Метра 4-5, наверное, больше. И все в колючках. О, а эти еще воняет, наверное. Ну что тут, наверное, еще красивее.
и туда можно, кстати, подняться, но оно будет открыто только с 9. А сейчас 8. Внутри. Билетики вроде покупать надо. Потом можно по той штуке сейчас мы посмотрим, как этот люк выглядит внутри. Ну, хотя бы частично. Мария Бейс. Там тут будет прохладно. Пытаются делать красивую фотку. Я тоже пытался. Там сейчас смотрела площадка.
Ира! А как жарко, блин.